Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». «Динамо» – новый универсальный тренировочный центр открылся в Самаре. 37 медалей привезли самарские пловцы со всероссийских соревнований среди паралимпийцев. Тренировочный центр «Динамо» на Аэродромной в районе Дома молодежи заработает на полную мощность в канун 2016 года. Сегодня там уже проходит занятие по боевым искусствам и гимнастике. Скоро откроется дополнительно универсальный спортзал. На 2500 квадратных метрах смогут одновременно тренироваться три команды из детских спортшкол и школы высшего спортивного мастерства по баскетболу, волейболу, бадминтону, футболу, гандболу и фехтованию. На «Динамо» смогут приезжать тренироваться и паралимпийцы. Здесь созданы для них все условия. Кроме пандусов, специальной разметки, широких дверей, лифтов, туалетов, для таких спортсменов атлетической качалки поставили специальные пневмотренажеры. Те тренажеры, которые синенькие, так называемые, да, это для опорников, для спортсменов, которые просто необходимы. И они действительно индивидуально для них подготовлены, сделаны. То есть люди с ограниченными возможностями тоже могут заниматься. В Салавате, Башкортостан, на всероссийских соревнованиях по плаванию самарские паралимпийцы с поражением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата выиграли почти 40 медалей разного достоинства. 10 раз атлеты поднимались на высшую ступень пьедестала почета за золотыми медалями. Нам не было равных на полтиннике и 100-метровке, вольным стилем, на спине, комплексом, брасом и баттерфляем. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.